Снова утро, снова 5 утра. Я уже не понимаю, когда я высплюсь. Сегодня Западная Украина. Снова поехали. Сегодня будет поиск Citroёna C8 Grand Picasso. Или Picasso, как правильно по-братски, не знаю. Или же Peugeot 5008, что в принципе одна и та же машина. Значит, принципиально ищем 2-литровый дизель на нормальном традиционном автомате. Потому что предложений, например, 1.6 на роботе, ну, только по Citroёn 90 штук по авторе по всей Украине. А вот 2-литровых на автомате всего 4 на всю Украину. Не, понятно, есть еще Peugeot 5008, но что из них лучше, будем искать, будем выбирать, будем разбираться. Очень хочется найти Citroёn в максимальной комплектации, ну или в около максимальной. Почему Citroёn? Вот эта центральная шайба, которая у него есть на руле. Вот заказчик хочет, чтобы вот эта шайба стояла, очень она ему уж понравилась. Но это не есть приоритет, поэтому если будет Peugeot лучше, будет Peugeot. Не будет Peugeot, будет Citroёn. Не уверен, что будет слышно, но реально офигительное произведение искусства, такой классный арт-объект. Не мог не остановиться на Луцкое окружное, не посмотреть это прекрасное чудо. У него, кстати, еще винт крутится. Ну, у нас где-то сейчас здесь будет осмотр. Пикассо, он, кстати, подъехал уже. Парень на Пикассо и едем. Офигительный автомобиль. По порогам. Что с правой, что с левой стороны. Имеем вот такую вот беду. Зачуханные пороги, но, судя по всему, по отпечаткам сиденья, тут стояло детское кресло. Может быть, выбегали, вылазили дети. То есть он здесь тоже в родной краске. Штора, кстати, пружина назад работает. А, чуть-чуть она заломалась. Комплектация у него эксклюзив. Тут все хорошо. Да, по электрическим блокам ошибки я скину. Сиденья показывают, что они достаются. Ну, это ж... Семи... Ага. Одне не алло. Ну, как минимум, скидка. Здесь для шторки нет крючка. Сама шторка целая, не целая. Ага. Да, целая. Вылазит, но пока нельзя ее закрепить. Значит, почему 5008 или же C4 Grand Picasso? Вот приставка Grand, это означает семиместный автомобиль. Парень-заказчик, он часто ездит в сторону Закарпатья. Он любит путешествовать с семьей, поэтому 7 мест. Везде счастье. Напоминаю, машина 2011 года. Вот здесь тоже зачуханные пороги. С правой стороны больше зачухано, чем с левой. Салон здесь кожаный. Но на удивление не подертые карты. Обычно вот здесь вот сильно зачухано. И не могу сказать, что они меняные. Хотя здесь тоже слегка коррозия присутствует из-за того, что ногами чёлгали. По двигателю. По двигателю визуально соплей нету. Сейчас еще назад зеркалом загляну, посмотрю. Но это, конечно, надо загонять на яму. Сейчас у нас уже, грубо говоря, 8 вечера. Никакой ямы сегодня не будет. Возможно, завтра. И крыша для 102. Все в норме. По педалям. По педалям. Значит, пробег заявленный у нее. Что-то есть у бегемота. Включить. Это до сервисного центра. Так, а вот сюда, по-моему. Пилотование до целю не есть активнено. Да ладно, прям таки польский язык у нее. Так, 176 тысяч 679 километров. По блокам я смотрел. Оно везде так, но в Citroёn беда в том, что если его скрутить грамотно и
ничего доказать нельзя, но по внешнему виду очень даже похоже. Плюс у этого автомобиля есть сервисная книжка, но ее нету прямо сейчас. Подушки есть, подушки не раскрывались, сцелочки я вижу. Единственное, что против света не факт, что оно будет. Сейчас попробую сфокусироваться. Ну, в общем, есть. Пока, в принципе, вот пластик тут чуть-чуть разломан. А, да, из недостатков. Значит, у этих плюшек по бамперу нету. Накладки нету, ни правой, ни левой. Бампер красился, бампер здесь был разломанный. Парень сказал, что у него есть фотография того, как оно было разломано. Но сам факт, вот это вот стекло здесь смененное. Вот это стекло не родное. Почему? Значит, почему именно 2-литровый дизель? Вернее, даже не так. Почему именно автомат? Потому что он есть на 2-литровом дизеле. Робот тоже ничего имеет право на существование, но продают их все уже перед практически заменой сцепления. Купить с живым сцеплением не всегда получается. И если кто не знает, как ездить на роботе, то первое время есть такой эффект падающих оборотов. То есть робот, он же сам переключает сцепление, и получается разгоняешься такой, а потом хопа, клюешь, опять разгоняешься, пока споймаешь вот эту тонкую грань, где нужно. Ну, я-то приучился очень быстро, но многие люди жалуются. Но тоже привыкают очень быстро. Основная беда сцепления роботизировано в том, что оно не так долго ходит. По разным параметрам народ говорит, вот ходит оно там до 100 тысяч или там в районе 100 тысяч. Я дружу с парнями с франц-сервиса. Так вот, среднестатистический показатель пробега сцепления роботизированной коробки, ну, в киевских реалиях, в районе 170 тысяч. Оно не рассыпается, оно просто изнашивается. Ну, приходит к концу логическое завершение самого диска сцепления, и также иногда разваливается демпферный маховик. Поэтому, во избежание скорого ремонта, приняли решение искать именно 2-литровый дизель на традиционном автомате гидротрансформаторе. Химическая реакция. Если есть CO2 там, то оно покажет. Подушки. Износ есть, но подушки еще довольно живые. Амортизаторы у нее не текут. Даже, как ни странно, у нее не сильная ржавая балка. Вернее, только начинается коррозия. Так, ну трос ручника, честно говоря, уже пошло. Так, что у нас с этой стороны по тросу? Здесь трос выглядит лучше. Кстати, а что он тут ходит? Да, ходит трос и с той стороны. Видно это по тому, как блестит сама окантовочка. Так, глушитель даже не ржавый, что говорит о том, что эта машина периодически действительно ездила, и не так долго она где-то и стояла, как по двигателю. Так, это у нас чего? Это у нас какая-то дополнительная обработка. Зачем эту хрень обрабатывали? Непонятно. Непонятно. Так, кузов, идем дальше. Кузов целый. Теплообменник, все хорошо с ним. Даже не горячий, не покоцанный. Здесь видны следы от того, что чуть-чуть завернутые пороги от неправильно поддомкраченного автомобиля. Ну, в общем, кузов достаточно не в плохом состоянии. Ух ты, ё-моё, це, блин, с робота ты че? А не, не факт. Не факт. Хотя факт. И тут потекая... Ой, с робота. Вот это меня прогнал, с автомата. Так, здесь течет. Это у нас кто? А это у нас турбина. Это у нас турбина. Так, в общем-то... А ну, сейчас загляну. Это кто? Да, сверху турбина, он вся мокрая. Не уверен, что телефон захватит, но мокрый. Рулевая рейка у него сухая. А так, конечно, беда чуть-чуть. Так, сейчас отсюда заглянем. Так, впереди как ни странно сухо. Вот здесь, да, сопли. Даже не сопли, а лужи. Все классно, хотя мотор у нее, судя по меткам, еще даже подушки не менялись, что очень классно. То есть, как по мне, машина, ну, реально очень живая.
Единственное, меня смущает, это вот задняя пневматическая подвеска. Лично я с ней не сталкивался, но парни на фронтсервисе в Киеве говорят, что, ну, не беда, но реальная проблема с подвеской бывает в том формате, что лопаются баллоны, а здесь задняя часть, она пневматическая. Поэтому, ну, тут либо с этим бороться, либо нет. Мотор, кстати, не мытый, что очень прикольно. Масло у него не очень густое, то есть оно такое, не жидкое, не густое, нормально. Оно черное, потому что оно дизель, но менялось оно или нет, как давно. Скорее всего, сейчас его никто не менял, а в принципе, естественно, надо понимать, что за все автомобили, которые приезжают с Европы, так или иначе, их нужно обслуживать, менять все жидкости, в том числе и в коробке автомат, тормозной и, естественно, в масле. Это Ланос, это хорошо. Это девочка за рулем, это не оглушитель тарабанит, резонанс попадает. Выходим из дам, заглох от рожки. Первую машину мы посмотрели, можно сказать, случайно. Я знал, что у нас в работе есть Citroen или Peugeot, потому как все машины в заявке я же каждое утро вижу перед глазами. И вот, когда я находился в Луцке, выскочило объявление «машина из Швейцарии». Меня привлекло лишь только то, что машина из Швейцарии. Я решил ее поехать посмотреть, потому как время у меня еще приблизительно час был. И гоу, полетели посмотреть, тем более мы там рядом находимся. Этот автомобиль мне понравился. Как выглядит хороший автомобиль? Ну, я знаю момент, когда нужно говорить, да, это оно. Но это был первый осмотренный мною автомобиль. По статистике я понимаю, что человек аналитик по своей складу ума, и он захочет посмотреть еще. Поэтому эту машину мы взяли на заметку. Дай бог, чтобы она не продалась. За время, пока мы будем еще искать что-то. Дальше пришло время заказчика, и мы поехали колесить, бороздить просторы нашей родины, осматривая разные автомобили. Всегда, традиционно уже, договариваемся с человеком на время. Все классно, мы приедем. Звоним и получаем. А ваш автомобиль Peugeot, да, это можно сделать, куда приехать? Ну, дивіться, вы глянуть можете, а вы пів 11-го другого людина маєте видеться. То есть вчера вона звонила, попередила, как бы. Так ми приїхали, це дівчина Леоніла телефонувала до вас. Давайте вище до діла. Ви можете його зараз подивитися буквально за пів години, де вам зручно. Ну, нормальний підхід, де дивитися? Де вам зручно. Я хочу подивитися автомобіль там, де він стоїть. Я не хочу, щоб він був теплий, коли я приїду. Я хочу. Нема питань, де ви зараз знаходитесь? Алло. Алло. Так. Це не ви на Вольво катаєтесь? Я. Давайте назад, я стояв біля магазину. На Вольво. Я просто проїжджав мимо, я там не бачив. Не хотіли послухати. Та це ж він за свої кошти телефонує. Mm-hmm. Як це він ще не по вайберу перетелефонував, взагалі дивно. Добрий день. Доброго дня. Якось трохи в нас прямо не так вийшло, як... Як що? Ну як домовлялися, якби. Домовлялися, я з'ясував, зателефонував, да, що все, дзвонила що, вона позавчора, да. І домовилися все, на сьогодні. Правильно, на вівторок, перед тим, як вона, ви будете виїжджати, я сказав... Я прослухав розмову, да. Домовилися один раз і без попереднього переддзвону. Ні. Ну. Дивіться, було так. Я вам розказую, направо це зателефонував. Яка вже різниця? Так. Ну, есть, різниця в тому, що ми їхали... Коротше, хлопці, що маємо, то маємо. Тобто, дивіться, машина підходить, забирайте. Не підходить, якби, то есть... Мова така.
На первый взгляд машина красивая. Если подойти ближе, качество ноль. Еще на той двери, там где пару вмятин и царапина, там не родное стекло. Молодец. Та-дам, 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 та-дам. Кстати, он сам сказал, что там крашеное крыло, но пишет, бит не крашен. То він писав про себе, що він не бит і не крашен. Як ікона Красно. Діви Марії. Прикладайся і вилікуєшся. Ну, плюс він... Ну, руль дуже свіжий. Аж хочеться за нього потриматися. Та я помітив. Але шкура молодого дірмантіна наводить таке паливо. Хоч би зі шкіри зробили. Так, це... Шкіра дорого. В салоні курили настільки, що попахує дешевою забігаловкою, як тільки засовуєш голову в цей автомобіль. І це, на минуточку, цінник 8,5 тисяч доларів. Часто в коментарях проскакивают такие подленькие комментарии, типа, а чего ты злишься, ну, чего ты хотел? Хочешь, бери, не хочешь, не бери. Я особо не злюсь, но как бы вы чувствовали себя на моем месте? Выдалось время, полчаса свободного, заехали на Луцкий авторынок. Машин здесь, конечно, не дофига, но вот это вот все... Что тут стоит, оно в принципе здесь стоит и продается. Там один, второй, третий базар. Рынки здесь с четверга и дальше до выходных. Вон Citroen какой-то стоит. Но мы в поисках пигуйотов, Citroenов. Это еще. Здесь туда. Что здесь? Что здесь было? Ну, оно фарбовано. Тут навіть видно, що воно фарбовано. Ну, це нормально. Ми говорили, що через 2-3 роки починають жучками самі по собі через не те, що жучками, а такими аж шматками відпадати. Типу, що це прям піч Citroen, саме, мабуть, їх просто пофарбували, щоб. А тут видно, що їх пофарбували. Дивіться. Отут, як виліплювали, ось так і залишилось. При полной загрузке машина весит больше 2 тонн, идет она очень хорошо, мягко, но есть такая ложка к дегтя, это вид самого Citroena и его дизайн, который зашел далеко не всем, поэтому не очень популярная эта машина, хотя как для человека, который много путешествует, машина реально зачетная, там всяких плюшечек, в виде дополнительных карманчиков, куда-то что-то засунуть, где-то что-то поставить на зарядку. Кстати, у задних пассажиров есть своя зарядка, причем даже у третьего ряда сидений. То есть машина для путешественников, во, классная. Большое обзорное стекло. Ну, под этим стеклом, конечно, можно миловаться звездами с любимой, но недостаток все-таки у этого стекла есть. Потому что, когда дождь на улице, оно грязное и нифига не видно, когда машина чистая и солнечно, лепит солнце так, что приходится козырек убирать вперед. Он там не только вот так откидывается, он довольно большой. И плюс он еще сантиметров на 30 уезжает вперед. Поэтому вот этот козырек, когда солнце, все время приходится ставить вперед, потому как печет лысину и немного неприятно. Слегка офигевшие от автомобилей и от продавцов, не буду говорить продаванов, у каждого своя правда, слегка офигевшие от этой ситуации, мы приняли решение все-таки позвонить первому автомобилю, и к нашему счастью он еще не был продан. Хотя он уже прошел предпродажную подготовку, уже убрали все потертости порогов, потом там было что-то еще сделано, я не помню, в общем, все было отполировано, все было убрано. Ковель оформляться полетели. А вот ты картинку портишь. Давай.
Ну, будешь что вставить. Какой-никакой, а это все-таки автобус. Это маршрутка на 7 посадочных комфортных мест. Вместительная. Ну, единственное, что если поместится туда 7 человек, то багаж для этих 7 человек будет уже разместить некуда. Ну, если 5, то багажник там вот так вот хватит забить под потолок. Все, что угодно, все, что нужно для путешествий. Машина удобная, машина недорогая, машина действительно классная. Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания «Одинавто». Всем удачи на дороге, всем пока-пока.